Привет, с вами Вика, и это вот такие у нас есть яйца с пожарами на немецком языке. Тоже прикольный, постараюсь переводить и больше слов, чтобы вы понимали. Вот, и первый киндер, это здесь написано «Махмай паузу». «Сделай паузу», здесь написано на русском. Хотя здесь написано и на немецком. Кстати, здесь вот такая фольга, и надо все фольги газные, так что вы до всех кидов будет восстанавливаться. То есть здесь две пайвы и такая красная надпись. И вот такое вот яйцо. И маленькие яйца. Здесь такое, внутри, и здесь вертушки! Первая игрушка сразу вертушки. И у нее еще таких не было. Это золотой цвет. Ну, мне кажется, что это нет. Это тоже коллекция. Вот кладыш. Ну, попасть эти две вертушки. А, нет, тут эти две. Вот эти вот две. Золотая и темно-красная. Это светло-красная, которая у меня уже есть. И сейчас я соберу. И покажу. И вот такие вот нам вертушки попались. Золотой и темно-красный. Я выберу кого? Чупа-чупса. И посмотрим сейчас, кто победит. Люди или монстры. И люди проиграли. Не повезло монстрам, они первые остановились. Нет, все-таки монстры выиграли. Вот такие вот вертушки. Положим сюда. И вкладыш тоже сюда. И следующее яйцо здесь написано «Du bist Hammer». Ты молоток. Написано здесь. Видите? Открывать. Можно. И подождите, надо лучше вот так вот с задней фольгой относиться. Потому что задняя фольга... Что, нет, за передней, я задней фольги начинал. Вот видите, задняя фольга она трясется. Деда. Ну, только отцу нельзя упадать. Подождите. Я... Это повторно попался. Это повторный ев, который у меня есть. Нам из прошлой коробки попался... Ну, из самого первого выпуска нам попался. Так это другая коллекция. Что-то я же не понял. И здесь есть крестики, чтобы не забывать, какие у тебя игрушки есть. Ну, это другая, вот другой ев, но нет. Это не другой ев, нет, другой скорпион попался не из той же коллекции. Так. Это как-то сюда, как я понял. Вот такой вот ев на попался, как бы мотоцикл ев, с другой стороны вкладыш, коллекция вся. Мне не хватает этих трех, но у меня есть скорпион только из другой коллекции. Не знаю почему, потому что две коллекции одинаковые, но все равно. Вкладываем вкладыш и его. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ставьте комментарии. Пока!